И сегодня в Минэнерго не стали отрицать возможный срыв начала отопительного сезона. В нескольких регионах республики идет отставание по ремонту оборудования на ТЭЦ. На некоторых объектах срок окончания работ перенесли на конец октября. На особом контроле города Мангыстау нас беспокоит. Город Тимиртау. Область Мангыстау. Нет, город Актау Мангыстауской области. Маек нас беспокоит. Мы идем с отставанием по городу Темиртау, по ТЭЦ-2, АрселорМиттал. Подготовительные работы к отопительным сезонам заканчиваются в Экибастузе. Я думаю, там все штатно пройдет в этом году. По городу Ридер достаточно поздно выделили финансирование. Работы очень активно сейчас ведутся. К концу сентября ожидаем первые два котла получить. Вот это те города, в которых особое внимание Министерство энергетики уделяет. Впрочем, даже если владельцы ТЭЦ успеют к началу отопительного сезона отремонтировать все оборудование, то есть риски, что им просто нечем будет топить. А причина тому – миллиардные долги перед поставщиками топлива. Только перед «Кастрансгаз Аймах» долг превышает 15 миллиардов тенге. Не выполнены финансовые обязательства на 7,5 миллиардов и перед «Богатырь КУМР». Возможно, поэтому регионы только на треть запаслись углем. Не завершены работы по подготовке ряда социальных объектов в Абайской, Атырауской областях и в столице. Надо ускорить эту работу. На сегодняшний день в регионах накоплено угля только на 28% от плана. Необходимо значительно активизировать закуп регионами мазута и угля для коммунальных предприятий и населения. Министерству транспорта совместно с КТЖ надо в приоритетном порядке обеспечить транспортировку угля вагонами. Необходимо в двухнедельный срок решить все вышеназванные вопросы.